По инициативе правительства Вологодской области, в частности Департамента внутренней политики, при поддержке Федерального отдела по делам национальностей, а также аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, в стенах Вологодского государственного университета, где мы сейчас и находимся, с 30 ноября по 2 декабря проводится межрегиональный форум по вопросам государственной национальной политики. В форуме принимают участие как представители Вологодской области, так и приглашенные из других регионов активисты, представители власти и так далее, и так далее. Это и Мурманск, это и Карелия, это и Ленинградская область, и Санкт-Петербург, это весь Северо-Запад. Форум проходит в двух площадках. Это первая, конечно, офлайн-площадка, вот здесь, в Вологодском государственном университете. И второе, это, конечно, онлайн-площадка по системе Zoom. Все являются активными участниками, задают вопросы и дискутируют. Три площадки в рамках форума будут, самые основные. Это первое, конечно, работа с нашими национальными общественными объединениями. Второе, это работа с людьми в образовательной системе, которая занимается вопросами национальной политики. Ну и третье, это наши общественники. Это наша общественная палата, это гражданское общество, которое создают проекты, реализуют проекты в рамках национальной политики. У нас приглашены на форум и представители наших национальных общественных объединений, они тоже здесь, с нами, тоже активно принимают участие в форуме. Я хотел бы отметить, что в рамках форума большое количество спикеров. Спикеров именно федерального уровня. Мы пригласили сюда преподавателей МГУ, и они здесь читают на площадках лекции, делятся своими знаниями, пониманиями ситуации. Также активно задействованы преподаватели Вологодского государственного университета. Три дня форума позволят в первую очередь, конечно, озвучить проблемы, которые существуют в рамках государственной национальной политики, выработать определенного рода решения, поделиться опытом, наработанными практиками в регионах. Площадки форума будут работать три дня. Вот уже сейчас непосредственно началась лекция о России как многонациональном государстве. Также в рамках каждого дня работы будут проведены лекции экспертами по разным проблематикам, в том числе про гражданское общество. И также в рамках программы каждый день запланированы площадки интерактивные в онлайн-формате по разработке различных проектов, которые направлены и на популяризацию и развитие культурных различных проектов, культурных наших народов, и на адаптацию и интеграцию студентов иностранных, и на работу с национальными организациями в регионах. Конечно, общественная палата области не может стоять в стороне от тех процессов, которые касаются государственной и национальной политики, межнациональных, межконфессиональных отношений. Наша задача, ну, собственно говоря, определена вот в той парадигме, которая сформулирована в деятельности палаты в этом направлении. То есть нам кажется правильным, что в основе всего должно быть формирование чувства патриотизма, любви, уважения к истории своего народа, своей родины, независимо от твоей национальной принадлежности. И дальше уже на основе вот этих гражданско-патриотических основ формировать лучшее морально-нравственное качество, которое практически для всех народов абсолютно одинаковы, и морально-нравственные ценности сегодня могут служить основой для объединения людей, представляющих разные народы и национальности. Ну а уже вот на основе хорошего патриотического фундамента, морально-нравственных ценностей, можно говорить об устойчивом, совершенно оптимальном и конструктивном развитии межнациональных отношений. Сегодня это важно для всех категорий граждан, и формирование вот таких подходов сегодня общественная палата помогает реализовать объединением, в том числе и межнациональным, и национальным объединением, через реализацию каких-то гражданских, общественных инициатив. Эти общественные инициативы поддерживаются через грантовое финансирование, не только государственных грантов, но и самых разных грантодателей. Безусловно, это и вопросы методической поддержки, которые общественная палата сегодня оказывает. Поэтому мы очень рады своему участию в этом форуме, очень рады возможности еще раз подчеркнуть важность сотрудничества общественной палаты и всех национальных общественных объединений.